прекрасной стране ГСГУ, о которой ходят легенды и пишут книги, будто в ее пределах царит мир и порядок. Есть множество прекрасных царств, но одно из них самое удивительное. И с незапамятных времен о нем ходят удивительные легенды. И это царство – факультет истории, управления и сервиса. В царстве нашем есть два княжества прекрасных – кафедра отечественной истории и кафедра муниципального управления и социального сервиса. И управляют этими княжествами два великих и могучих князя – князь Дмитрий Владимирович Ковалев и князь Павел Владимирович Галкин. Правит царством Анжелика Премудрая со своими помощницами Марией Искусницей и Оксаной Красой. И есть в нашем государстве три богатыря – Бирюков Алексей Михайлович, Калашников Сергей Глебович и Базин Олег Александрович. Хранят они границы и ценности царств, и не пройдет нечистая сила двоечников через богатырей наших. А хранитель нашего царства – Нисон Семенович, по дубам мудрости сидит и вековые тайны наши от государств чужих оберегает. Празднеств много в наших царствах. Первым делом – посвящение, где наш хранитель Нисон Семенович самым древним артефактом посвящает всех студенты, принимая их в семью нашего ГСГУ. В нашем царстве не бывает скучно. Конференции, КВН, день менеджера, выпускной – все хорошее припомнят, потанцуют, попоют. И из наших княжеств, набравшись опыта, пойдут покорять другие царства. Наше царство гордится своими выпускниками. Самых выдающихся оно запечатляет на долгие-долгие года. Так, как и все, я пришел на ИСТФА. Вдруг говорю, будешь учителем, менеджером, мой дурак. Будешь учителем, менеджером, мой дурак. Будешь книжки толстые читать, проекты всякие клепать. Я пугался, путался, терялся, не знал, как мне быть. И вдруг я просто понимаю, без истории не могу я жить. И все закрутилось вокруг, завертелось, сердце мое быстрее запело. Я понял, в историю с детства влюблен, и шанс мой один. Один на миллион. Я учитель волшебной сказки. Здесь мудрые люди, ученые книги, тайны кириллицы, сотни религий. Здесь каждый герой своей истории. Нисон Семенович, вот ученый, великий гератик, нумизмат. О чем не спроси его, всегда все узнает. А хочешь быть смелый, как Саша Невский? Правильно грозный, быть всюду известный? Хочешь иметь в политике вес? На кафедре ждут МУСС. Все тайны откроют наш факультет. Здесь невозможно, нету и нет. Мы все на ИСТФА пришли не случайно. Вот наша сказка и закончилась. Но история нашего государства будет продолжаться еще много лет.